Добрый день, вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Завтра регион отметит День воздушного флота. Основные мероприятия пройдут в Заволжском районе Ульяновска. В Ульяновской области готовится к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Лето с Ленинским. Оркестр русских народных инструментов даст два концерта под открытым небом. 5 кучерявых рюшек. Жители Никольска воспользовались соцконтрактом. В рамках исполнения указа президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении в России Года памяти и славы в следующем году по всей стране и в Ульяновской области пройдут праздничные мероприятия. В Ульяновском краеведческом музее прошло заседание Оргкомитета «Победа». Как регион готовится к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, расскажет наш корреспондент. Меньше года осталось до 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Ульяновской области ведется активная подготовка к празднованию знаменательной даты. На основании федерального плана мероприятий, который будет подготовлен в ближайшее время, выработают региональный план. В связи с этим губернатор Сергей Морозов провел заседание Оргкомитета «Победа». В первую очередь глава региона предложил провести осмотр домов, где живут ветераны ВОВ и вдовы ветеранов. Посмотреть, в каких условиях они живут. И если надо, то помочь их благоустроить. Также губернатор выступил с инициативой перезапустить проект, который предусматривает установки больших красных звезд на каждом доме, где живет или жил герой войны. Было бы здорово, если бы мы в ближайшее время, используя наши возможности, запустили такой вот проект по сбору интересных идей и предложений глазами всех жителей Ульяновской области, как мы могли бы провести этот год. В том числе и, естественно, как мы могли бы подготовиться к победе, к Дню Победы. Глава региона также напомнил, что очень важно внести в основной региональный план по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ряд интересных проектов. Так, к примеру, с 1 сентября заработает конкурс «Уроки Победы». Кроме того, следует учесть другой замечательный проект «Волонтеры Победы». Еще об одной инициативе губернатора – установке триумфальной арки на территории Ульяновска – рассказал председатель областного совета ветеранов Сергей Ермаков. Зачем она должна быть? Она символизирует вот тот знаковый факт, что Россия победила, советский народ победил. И она должна символически показать всем, вот она, триумфальная арка. От слова «триумф» мы триумфально победили. В настоящее время Совет ветеранов совместно с Комитетом Победы выбирают место, где будет установлена арка. Есть такой участок, окончание улицы 12 сентября, это площадь труда называется. Почему в том месте? А потому что рядом старый вокзал, с которого уезжали все на фронт. Кто возвратился, а кто ушли в небытие. Вот 121 599 воинов наших не вернулись, а некоторые вернулись. Вот те, кого провожали, плакали, молились. Те, кого встречались, опять плакали, молились. Это намоленное место, слезами омытое место. Поэтому арку мы решили приблизить к этому вокзалу. Утвержден состав рабочей группы по разработке внешнего вида памятного знака в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех праздничных мероприятиях, посвященных юбилейной дате, будут участвовать войска Ульяновского гарнизона. Хочется отдельно отметить это торжественное прохождение войск гарнизона в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, потому что это знаковое юбилейное событие. Планируется, опять же, по согласованию с Министерством обороны, участие механизированной колонны до 36 единиц. По линии социальной защиты на мероприятии, посвященной 75-й годовщине Победы в ВОВ, объем средств регионального бюджета составит более 76 миллионов рублей. Они пойдут прежде всего на выплаты детям войны. Кроме того, будут проведены мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ. В начале августа несколько человек было госпитализировано с признаками пищевого отравления. Одна из первоначально рассматриваемых причин –
употреблении подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. Министерство здравоохранения Ульяновской области официально прокомментировало ситуацию с 8 пострадавшими, которые отравились неизвестным веществом в августе. По состоянию на сегодняшний день 2 взрослых человека умерло, 4 взрослых и 2 детей находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ульяновцы отравились подсолнечным маслом, в составе которого мог находиться крысиный яд. На сегодняшний день у нас 8 пострадавших. Первая женщина обратилась 3 августа. Это была первая пострадавшая. Она погибла. Тогда у нас еще не было подозрений на отравление неизвестным веществом. Она поступила с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. Вот, был поставлен диагноз передозировка антикоагулянтами. Она принимала антикоагулянты. Это препарат, который разжижает кровь, который пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они их получают по назначению врача. Но следующие случаи, которые связаны между собой семейными связями, служебными связями, позволяют заподозрить отравление неизвестным веществом, потому что все эти пациенты употребляли в масло один продукт одного производителя, и у всех были очень схожие проявления заболеваний. Вот. Из-за этого, с учетом этих проявлений, пациенту был поставлен диагноз отравления неизвестным веществом. Какое-то вещество еще сказать нельзя, официально результаты экспертизы до нас еще не доведены. Самочувствие пострадавших сейчас, кто есть, взрослые дети? Сейчас в больницах находится 6 пострадавших. Это 4 взрослых и 2 детей. У всех состояние удовлетворительное. Вчера была проведена консультация этих пациентов по телемедицинской системе с федеральными учреждениями. Данная рекомендация, решение об их эвакуации в федеральные центры не принято ввиду их удовлетворительного состояния. Это масло домашнего производства. Масло домашнего производства, оно произведено в Терентьевском районе. Продавали его семья, которая производила масло, один из членов семьи работает в государственном учреждении здравоохранения, в нашей системе, они на работе просто по знакомству это масло продавали. Правоохранительные органы продолжают проверки. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Семья из Никольского на Черемшане Меликесского района завела экзотических поросят. На их покупку поступили деньги из соцзащиты. Зачем свиньям шерсть и о чем мечтает хозяйка подворья, узнавала Виктория Черкова. Поросята, которые не боятся холода, не болеют и живут без антибиотиков – мечта любого фермера. У семьи Легких из села Никольское на Черемшане Меликесского района она сбылась благодаря соцконтракту. Год назад Татьяна Легких задумала приобрести морозостойких поросят, но денег не хватало на покупку дорогих животных. Знакомые посоветовали обратиться в соцзащиту. Татьяна их послушала и собрала все необходимые документы. Как итог, через пару недель у семьи появилось 5 венгерских мангалец. Так называется порода меховых кучерявых хрюшек. Хозяйка подворья надеется, что дело пойдет. Часть мяса оставит для семьи, а другую на продажу. Сейчас они нам будут давать потомство, все. Мы рассчитываем, что весной мы уже будем уже в прибыли, и в хорошей прибыли. И попробуем, 2 зарежем на мясо, попробуем, что за мясо. Соцзащита предоставила семье 75 тысяч рублей на покупку поросят. Эта материальная помощь оказалась отличным подспорьем для развивающегося хозяйства. Татьяна призналась, останавливаться на достигнутом не собирается. Она мечтает завести корову и намерена вновь заручиться государственной поддержкой. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Белорусская компания «Полесье» начала работу на территории города Димитровграда. Вчерашний день стал официальным первым рабочим днем. На линию вышло порядка 10 человек. Речь пока не идет о работе в полную силу. Производится настройка оборудования. На производственную мощность планируют выйти к концу сентября. Первой продукцией Полесья в Димитровграде стали детали игрушечных тракторов. Сейчас на вновь открывшемся предприятии продолжается подбор персонала. Уровень развития технологий требует от системы образования специалистов нового уровня, а зачастую и нового профиля. Специальности, обучение по которым запустил Ульяновский техникум железнодорожного транспорта, востребованы в стране. Тем более, что всего несколько учебных заведений в России готовят подобных специалистов. Специальность удалось запустить благодаря национальному проекту «Образование». Благополучатель – жители многоквартирных домов и управляющие компании. Подробнее в материале Павла Полового. В жилищно-коммунальной сфере нужны специалисты нового поколения. Работа со счетчиками, с такими системами, как «Умный дом», требует от человека специальной подготовки. Помощь пришла, как говорится, откуда не ждали. Современные учебные заведения презентовали и начали готовить специалистов по управлению многоквартирными домами и мастеров ЖКХ. Одно из таких учебных заведений – Ульяновский техникум железнодорожного транспорта.
Мы получили 200 бюджетных мест, было подано 250 аттестатов. В частности, на эти вот две специальности конкурс пошел где-то 1,5 человека на место. Мы, наверное, по счету 8-й или 9-й в России, кто получил лицензию на эту специальность. Идея выпускать специалистов для ЖКХ витала в воздухе с 1996 года. Однако тогда ее запустить не удалось из-за отсутствия денег на разработку программ и закупку необходимого оборудования. Сегодня с закупками оборудования для лаборатории помог профильный министр, а с подготовкой помещений будущие работодатели, управляющие компанией Ульяновска. У работников образования всегда есть много новых идей. Однако реализовать их никак не получалось, пока не заработали в полную силу национальные проекты и, в частности, национальный проект образования. Теперь учреждения не только ремонтируются, в них возникают новые специальности, которые будут востребованы в обществе и которых ждет общество. Преподаватели, кроме прочего, уверены, что знания, которые получат будущие управляющие домами и мастера ЖКХ, пригодятся им не только на работе. В процессе учебы студенты могут получить еще 3 рабочие специальности. Какие именно, можно выбрать. Стать, например, сантехником, сварщиком труб, электриком или слесарем. Каждый готовится к тому, что считает наиболее важным или прибыльным. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В субботу и воскресенье в 18:00 на летней эстраде Мемцентра пройдут бесплатные концерты Ульяновского государственного губернаторского оркестра под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Крайника. Что представит оркестр и какая музыка прозвучит, расскажет Ирина Антонова. Музыканты Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов вышли из отпуска и сразу активно включились в работу. Несмотря на летний сезон, оркестр даст 2 концерта уже в эти выходные в 6 вечера на летней площадке около Аллеи пионеров. Называется первая программа 17 числа в субботу «Фильм», где будут использованы, где прозвучат произведения, которые у всех, мне кажется, на слуху, такие как музыка к кинофильму «Пираты Карибского моря», к «Титанику». Конечно, мы не обойдемся и без советских фильмов. Это музыка Андрея Петрова к «Служебному роману», музыка к «Берегись автомобиля», музыка «А я шагаю по Москве». Ну, в общем, программа настолько разнообразная. Будет и зарубежное кино, будет и наше доброе кино старое. Всех ждем. 18 августа на том же месте в то же время музыканты оркестра представят программу «Народная классика», куда войдут классические народные произведения, а также произведения Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского в современной обработке. А с 21 по 25 августа музыканты Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов выступят в городе Чебоксары в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 550-летию столицы Чувашской республики на фестивале классической музыки под открытым небом «Берег классики». Кроме того, оркестр сейчас готовится к открытию филармонического сезона, который не за горами. 26 сентября в 18:30 оркестр выступит на сцене Большого зала Ленинского мемориала. Гость программы – ансамбль русской песни «Воронежские девчата». Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. Завтра регион будет отмечать День воздушного флота. Для ульяновцев и гостей города подготовлена обширная развлекательная программа. Основные мероприятия пройдут в Заволжском районе города. По традиции, завод «Авиастар СП» организует День открытых дверей. В этом году гости завода смогут увидеть легендарный «Руслан», Ил-76 МД-90А и Ту-204. Доступ гостей на территорию предприятия будет открыт с 8 утра до 12 дня при предъявлении паспорта. Также в центральной части нового города пройдут разнообразные культурно-массовые мероприятия. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске сохранится теплая погода. Ожидается температура 26 градусов по Цельсию, ветер южный 4-9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18:50. Хороших вам выходных!